Друзья, всем здравствуйте! И если у вас сейчас вот этот лысый облик на весь экран, пожалуйста, поставьте лайк на видео и напишите в комментариях «лысый облик». Так я буду знать, что это морда лысая тоже у вас. Ой, на весь экран, вот смотрите. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, гад! О, гад базарный, во уша базарная. Ладно, друзья, уважаемые дамы и господа, сегодня у нас вот такие вот незамысловатые гонки. Смотрите, у нас есть вот такая вот волшебная желтая утка. И то, ой, тише, вот так, утеночек, утята, кротята. Сегодня у нас будут соревнования, борьба за желтую утку. Лысые будут соревноваться с роботами-ютиками. В общем, друзья, задание очень простое. Я всех запускаю вот так вот сюда, напротив этой дверки прямо. И, друзья, тот, кто магически Куда вы плететесь за мной? Смотрите, ой, а я, кстати, не знал, их можно так качать. Смотрите, катать их можно так, ничего себе. Во кресло-каталка, во. Смотрите, чупа-чупсы лысые, ё-моё. Ой, куда-то далеко зашел. В общем, кого здесь больше всех окажется, тот, друзья, и победил нашу заветную желтую утку. Итак, друзья, предлагаю начать соревнование и поставить свои ставки в комментариях. Я голосую за лысых аниматроников. Я думаю, друзья, лысые аниматроники победят в этом противостоянии. Вот так, пошел. Ой-ой-ой-ой-ой. Снова, друзья, будем эту кучу вот так вот. Ха, кучу, елки-палки. У меня уже, друзья, слово куча ассоциируется с чем-то таким, знаете, нехорошим. Ой, хорош, главное, что они, друзья, не падают никто, ровно едут. Вот так, смотрите, если уже на колеса стали, то уже едут, смотрите, не падают. Так, поехали, братаны, боже, сколько вас много. Ну-ка, сейчас посмотрим. А если просто вот так, да разойдите, ё-ха. Друзья, мне кажется, я их чуть-чуть как-то много запустил. Ну, много, многовато будет. Многовастенько, головастенько. Головастые, лысые, пчеловоды. О, кстати, а ну-ка, друзья, одну секундочку. Вот так-то лучше, ё-моё, во, вот это теперь игра приобретает новые краски. Смотрите, пчеловоды на машинах, головастики, головастые пчеловоды, друзья, не знаю. Смотрите, как будто их за медом отправил, боже мой. Мне даже как-то, друзья, неприлично стало на душе. Ё-моё, отправил целый отряд лысых отправил за добычей меда. Вот, друзья, видите, это мои личные менеджеры по добыванию меда. Вот так вот. Как их всех поставить на колеса? Я не знаю. Просто это какой-то пчелиный базар. Ну, ё-моё, вот так, во. Вот это вроде бы я справился с задачей. Ну-ка, лысый, ты не приунывай, вот так. Ё-моё, у него машина не на бензине, а на меду ездит, ёлки-палки. Ладно, друзья, посмотрим, кто там уже хоть есть, хоть кто. Да ничего себе, здесь очередь уже целая, ё-моё. Ладно, друзья, еще дадим им чуть-чуть времени. Дадим времени, пока я схожу на кухню и наведу порядок. Ну, то есть, как наведу порядок? Мне нужно вообще-то покормить ребенка. Вот этих мы закрываем, лысых пчелов. Ой-ой-ой-ой-ой. Тебя они тоже затащили в секту пчеловод. Секта пчеловодов. Лысый, ну ты ж меня прости. Но, ой-ой-ой-ой, вот это лысый, я зря. Вот это я увидел зря. Это очень зря. Ладно, друзья, вы знаете, если такой случай, мне нужно его посадить вот здесь. Но я не могу не поиграть своим младшим лысым братом. Вот так, друзья, это наша супер игра. Вот смотрите. Вот только ты сейчас сядешь. Вот не дай бог ты сядешь, я сразу же произведу выстрел из игрушечного пистолета. Не да... Я тебя предупреждал. Я тебя предупреждал. Теперь, друзья, я вынужден просто превратить его в единорога. У тебя рог кривой. Вот здесь. Во, вот так. Ой, вот это уже не рог, это... Ё-моё, снова в пинорога превратил. Ладно, друзья, еще один эксперимент нарисовался. Если я вот здесь переодену этого лысого в кота. Неужели там будут кататься котята? На тех машинках. Ну, сейчас проверим, друзья. Чем черт не шутит, открываем. А, стоп. Я должен был тебя сначала покормить вкусным яйцом. На, это киндер-сюрприз. Это утренний киндер-сюрприз. Наверх ложим вот этот хлебок. Открываем. Вот здесь все смотрим. Смотри, лысый. Нам мама ничего не оставила, кроме пустой кружки. Поэтому будем играть в бутыль-челлендж. Лысь, разбил кружку. Сегодня останешься без молока. Все понятно, понятно. Да, вот на все. Ну-ка, друзья, смотрим. Лысь, молодец. Ну, хотя бы настроение есть. Садись еще. Чё тебя комантузит? Чё тебя комантузит? Смотрите, во комантуз. Во какой лысый блютуз. Лысый блютуз. Да не ри на меня, слышишь? Я твой старший брат. О, вот так-то лучше. Вот так-то лучше будет, товарищи лысый баклажан. Баклажан лысый. Ладно, друзья. У меня, знаете, нарисовалась идейка взять один лучок и приклеить на кабачок лысый. Взять один огурчик и приклеить этой свинье на... Пушку, кстати, не видел, здесь где-то пушка была.
Ну ладно, будем считать, что наш завтрак не задался. Поэтому, друзья, проверим, что у нас котята здесь. О, котята! Да куда вы? Да не заезжайте сюда! Их уже трое здесь, ё-моё, поменял шило на мыло. Ой, тихо, да мне одного нужно взять, закрываем. Ёлки-палки, смотри. Друзья, мне кажется, я ему что-то защемил в дверях. Вы знаете, так это, ё-моё, лысый, первый раз в жизни. Лысый, пятую точку защемил в дверях. Ну я понимаю, у тебя башка огромная, как планета. Ну, ой, мне это не нравится. Но мне кажется, это надолго, друзья, это надолго. Но, Лысый, ты не переживай, я тебя спасу, потому что у меня есть вот такой вот волшебный дар врача. Открываем его, друзья, и просто берем одну любую бутылочку, абсолютно любую. Его исцелит любое зелье, вот даже вот это, смотрите. 3, 2, 1, и кайфарики пошли. А, нет, ничего себе, не абсолютно любое. Ну, хотя бы ему сейчас не так-то плохо, смотрите, не так-то плохо хотя бы, во. Ха, человек просто защемил себе... Памперсы прямо в дверях, Лысый, ну, говорили же, не суй нос не в свое дело, так ты решил пятую точку засунуть не в свое дело. Хорошо, друзья, раз дело идет о этой точке, можно взять вот такой вот пердячий пар для лысых, это незаменимое вещество. Ай, Лусь, ой-ой-ой, вот это, что это такое, Лысый, ё-моё, как будто часы. Лысый, ты знаешь, если бы ты был стрелкой на часах, ты бы показывал 12 часов. Либо же 6, не знаю, нет, наверное, скорее всего 6. 6, нет, 6 часов, 2 минуты и 50 секунд. Ё-моё, вот это да. Лысый, ну ты феноменально, прилип своими памперсами, конечно, это что такое новое, хорошо. Если я дам все сразу, если я дам вот эту одну штучку, вот так. Разбухатель, вот такой вот распухатель, распушитель. И, о, нет, ну вот это, друзья, наша игра сейчас закончится. 3, 2, 1, ой-ой-ой, помогло, пожалуйста, вот, пожалуйста, довольный и жирный. Ну-ка, лысь. И вот так, ой, на затылок колбасу, ё-моё, друзья, вы знаете, мне кажется, это не самое приятное чувство, когда вам клеят на затылок ветчину. Ну ладно, мы помоемся, чтобы у нас не было липкая, вот так, чтобы не был за затылок липкий, помоемся спокойно, лусь, хорош, смотри, сразу лепестком утренней росы подтер себе, нужное место после туалета. Вот это да, хорошо, друзья, пришло время посмотреть, друзья, на победителей этой игры. Ё-моё, смотрите, просто котята ломятся на базаром за кормом для котов, посмотрите. Ладно, друзья, пришло время подсчитать. Во, смотрите, лысые аниматроники, друзья, выиграла команда лысых аниматроников. Кто поставил за лысых аниматроников, друзья, тот победил. Нютик, можешь уже сюда не щемиться, здесь уже выиграли абсолютно другие ребята. Ё-моё, команда лысых аниматроников хоть раз выиграла, друзья, это вообще... О, кстати... У меня возникла идея запустить дяди Вове тоже этих лысых котят. Смотрите, сразу же поехали, сразу же. А то что, меня только дома играют, пусть у дяди Вовы тоже. Ну-ка, лысые, заходи, не бойся, лысый, вот, наворачивай. Вот, вот так, пошел. Все, катайся, Нютик тоже пошел. Ой, смотрите, эти уже без очереди ломятся. Ладно, друзья, пришло время нагадить. Куда? Конечно же, в коробку с вкусной свежей пиццы пепперони. Боже мой, ну знаете, когда еще это был человек, то ладно. Но когда это котик сделает вот сюда, вот в эту коробку, это уже будет, друзья, ой-ой-ой-ой-ой. Не хочу я здесь оставаться, друзья. Уважаемые дамы и господа, ставьте лайк на видео, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, не пропустите мою следующую серию, друзья. А я вас обнимаю и поднимаю, ой-ой-ой-ой, смотрите, что происходит, ё-моё. Не пропустите мою следующую серию, друзья, все, всех вас обнимаю и поднимаю, смотрите, что это такое, что это за... Я не могу, вот какие гонки начались. Ладно, друзья, не забудьте поставить лайк.